Всем привет! Я Осмий, и я начинаю свое новое выживание на Скайблоке. Как же много здесь людей. Это замечательно. Просто давайте пишем из и создадим наш остров. Так, нажимаем на блок. А я выберу классический, так как ломать нам ничего не придется. Он самый минимальный. Итак, мы оказались на нашем стандартном острове. Здесь нас ожидает уже наша коровушка. Итак, наш сундучок. Что же нас здесь ожидает? Лед, две штуки. Но я уже это уже все говорил. Вы уже знаете все, что там находится. Итак, давайте напишем кит. Он нам очень пригодится. Там очень ценные вещи. Его улучшили. Он стал намного больше. Давайте улучшим наш остров блоками земли. Блок за блоком остров наш увеличивается. Вот здесь тоже. И последний полстака блоков земли. Так, сломаем нашу землю. Добываем еще земли, чтобы улучшить наш островочек. Обсидиан. Ой, бедрок, бедрок. Мы докопались до бедрока уже. Его мы не поломаем, его мы оставим. Ну, земли осталось уж не так и много. Так, давайте поставим ее здесь. Улучшим остров и здесь. Еще ломаем. И последние блоки у нас остались, давайте их доломаем. И все. Будем увеличивать наш островочек. Такс, 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 осталось два блока. Давайте этот и еще вот этот. Все. Мы почти поломали. Давайте. Вот так вот. И давайте улучшим остров еще. Вот так вот. Вот так вот. Надеюсь, нам хватит до полного. Да, во. Очень такой интересный у нас островочек получается. Ну, почти, почти. Так, у нас сундучочек. Что здесь такое? Так, давайте посадим. У нас воды нету. У нас даже воды нет. Давайте сделаем источник воды. Такс. Поломаем. Давайте вот так сделаем, поступим. Сделаем источник для начала. Это поломаем. И зальем туда нашей воды. В данном случае это наш лед. Ломаем и ломаем. Источник наш готов. Итак, давайте посадим наш бамбук. Итак, что же мы еще можем посадить? Да ничего. Здесь почти ничего такого и нету, что можно было посадить в данный момент. Давайте еще факел добавим, чтобы не спавнились мобы. Так, вот они наши флаги. Антиголод позволяет включить или отключить голод. Давайте включим антиголод, он нам не помешает. ПВП нам не надо. Использование, ну пусть будет. Пусть будет. Так, это нам не надо. Не надо. Так, приватность мы отключим. Неуязвимость нам тоже не помешает. Вот так вот, все. Так, что же мы сможем сделать-то еще? Давайте сделаем сундучки. У нас, благо, есть очень много дуба. Вот так вот давайте верстачочек сделаем. Также у нас есть железо. Так, для начала сундуки давайте сделаем. Вот так вот побольше, побольше сундучков. Побольше. Добавляем, добавляем еще один сундук. И также я хочу сделать сундук для ваших посылок и писем. Вы сможете мне писать, оставлять посылки. Я эти письма буду зачитывать в каждом видео обязательно. И буду передавать вам обязательно приветы. Так, давайте сделаем воронку, чтобы вы могли кидать туда ваши посылки и письма. Вот так вот. Готово. Давайте сделаем также табличку. Подпишем этот сундучок.
Давайте вот так вот. Для писем и посылок. Все влезло? Нет, не все влезло. L для писем и посылок. Все, мы написали. Пока что в нем ничего нет, но я думаю, что будут появляться какие-то вещи. Также надо заградить нашу коровушку, потому что она может упасть, ее могут выкинуть, потому что приватность здесь у нас отключена. Давайте сделаем какой-то заборчик, чтобы ее не выкинули за карту, а то как-то будет жалко нашу коровушку. Делаем доски дубовые и палки. Эй, куда ты уходишь? Куда уходишь от меня? Не вздумай упасть. Не вздумай. Загораживаем. Все, она никуда не денется. И она будет всегда на нашем острове. Надеюсь, у нее появится еще коровушка здесь какая-то. Или еще какие-то мобы появятся на этом острове. А что-то трава не растет почему-то. Возможно, надо что-то включить или что-то выключить. Ну, я думаю, что это было все. Обязательно подпишись на канал и напиши комментарий под этим видео. Это был Осмий. Всем пока-пока.